На проспекте Победы в подземном пешеходном переходе горожане заметили трещины. С потолка осыпается штукатурка. Трещины, на первый взгляд, небольшие, но относиться к ним легкомысленно не стоит. По словам эксперта, кандидата технических наук Руслана Касимова, подземный переход уже можно считать аварийным. Там прошли трещины в подпорной стенке, которая выходит на лестнице. Произошло освоение защитного слоя арматуры. Арматура интенсивно коррозит. Вот эти признаки говорят о том, что состояние аварийное. И дело в том, что на моих глазах это происходит. Если трещина вот эти подпорной стенки где-то 4 года назад или 5 лет назад была где-то миллиметра, то сейчас она уже порядка сантиметров. В другом подземном переходе, который находится рядом с остановкой «Молодежная», трещин нет. Но ходить там тоже опасно, рассказывают горожане. Причина в слишком скользком покрытии. Идешь, вот, например, по подземному, и очень скользко, обувь скользит, и можно реально упасть и получить перелом или что-нибудь еще случиться может. Сам распаду. Опасно, вот здесь страшно даже ходить. Надо бы что-нибудь сделать, какую-нибудь дорожку. Вот, держусь. За стеночку. Наверное, резиновые какие-то эти положить или другую плитку. Ну, я согласна, что надо сделать переход нормальный. Он очень скользкий. А весной там вода все время стоит. Сейчас идти там просто очень тяжело, очень скользко. То ли совпадение, то ли такая быстрая реакция. Но в администрации города сообщили, что выезд специалиста для оценки состояния подземного перехода на остановке «Молодежная» запланирован на завтра. А ремонт перехода на проспекте Победы уже включен в план работ на 2020 год. Осталось только пристальнее следить за развитием событий.